Сейчас мы попробуем прокатиться на 48-местном Берельсовом юнибусе, а заодно и поинтересуемся у пассажиров о их впечатлениях. Меня зовут Элеонора, я сама с Крыма, город Севастополь. Приехала сюда на экотехнопарк кататься на юнибусе, на юнибайке. А вы первый раз в экотехнопарке? Я была в 2017 году, но тогда еще не было возможности прокатиться, а вот сейчас мы катимся. Круто! Такие эмоции у меня, переполняют меня эмоции. А какие ощущения? Вот я сейчас еду. Что можете сказать по поводу поездки, плавности хода, комфорт? Очень, очень плавно. Потому что, получается, поднимаемся сейчас, да? А это не ощущается, то, что мы поднимаемся. Не обязательно держаться за поручни, езжу спокойно. Как температура в салоне? Комфортно. Кондиционер чувствуется? Да, чувствуется. Очень уютно, стильно здесь в кабинке. Global Star Club. Возможности безграничны.